Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят! Сегодня нарисуем необычный рисунок, совсем необычный. Мы нарисуем маску. Маску? Ну, довольно простую маску. Нарисуем. Я использую маркер и масляную пастель. Пастели нам понадобится не очень много, потому что маска у нас такая черно-серо-белая. Нарисуем основу нашей маски, форму. Вот такую форму нужно вам нарисовать фломастером или же карандашом, если хотите. Вот такая форма маски. Теперь нарисуем, с чего начнем. Нужно понимать, что здесь у него глаза, у нашей маски, глаза, нос. Начнем, наверное, с глаз. Вот немножко повыше середины нарисуем глаза. Нарисуем два таких овала. Вот так. И вот тут еще один овал. И можно их сразу и черным и закрасить. Они такие черные будут. Теперь нарисуем брови. Брови такие полукруги. Вот здесь нарисуем такие брови. Здесь они толще, здесь они тоньше. И тоже можно закрасить черным. Вторую бровь отсюда сюда. Вот так. Тоже черным закрашиваем. Много черным, да? Так, теперь нужно нарисовать нос. Нос и рот. Рот мы нарисуем вот здесь. Вот здесь. Такой рот у него. Ага. Рот. Нарисуем нос. Вот тут. Такой вот нос. Вот так. Нос. Такой нос у маски. И, конечно же, усы. У моей маски будут усы. Вот такие вот замечательные красы. Идут отсюда сюда. Отсюда сюда. И вот так уходят по губе. Идут и вверх. А здесь щека. Складка щеки. Отлично. И теперь здесь то же самое. Сюда, сюда, сюда. И здесь так раз и два. И он так улыбается. Это такой мужчина, такой мужчина. Я думаю, многие знают, откуда эта маска. Ну, не будем особо распространять. Просто это такая веселая маска, которая улыбается, но немножко она необычная. Чем-то она необычная, тем, что она немножечко необычная. Такая маска. Здесь нарисуем такие вот полосочки, складочки, и здесь складочки нарисуем, и здесь складочки, и здесь на лбу немножко складочек. Ну вот мы уже почти все нарисовали, осталось нарисовать только маленькую бородку. Такая маленькая бородка, и здесь идет маленькая бородка, идет до конца, и здесь еще одна полосочка. Ну вот практически все мы нарисовали, теперь осталось только это раскрасить. Раскрасим немножко серого, я возьму, и этого, наверное, будет достаточно. Сегодня вот только у нас получается только серый используется. Использовать будем по бокам, по краям вот здесь немножко добавим, здесь нос подкрасим, нос нашей маски подкрасим. Такая маска, она немножко страшная, и меня она немножко пугает. Но мне кажется, некоторым ребятам будет интересно порисовать маску, попробовать, получится ли у них или нет такую маску нарисовать. Так что попробуйте, это не очень сложно. По крайней мере, может быть, у вас не получится сразу нарисовать человеческое лицо, но маску у вас получится нарисовать. Старайтесь соблюдать пропорции. Нарисовали, и немножечко я возьму еще черного, немножко добавлю сюда черного, сюда. Да, немножко еще подтяню, чтобы моя маска выделялась. Чтобы она была более объемная. Вот так. Итак. Такая маска. Ребят, я думаю, у вас получится. Может быть, даже и ровнее. У меня она немножко перекосилась. Ничего страшного. Мы рисуем, тренируемся. У нас по-разному получается. Я вас приглашаю рисовать со мной. Вот такие маски и другие рисунки. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Приглашаю, конечно же, приглашаю новых друзей, приглашайте. И показывайте свои рисунки в группе ВКонтакте «Рыба-кит». До новых встреч, пока-пока! Привет, меня зовут Ваня, я папа. Предлагаю вам «Рыба-кит-бокс» – уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. «Рыба-кит, папа рисует».